Всем привет! Это снова я в эфире. Я сейчас нахожусь в шикарном месте под названием музей Зураба Церетели. Это, конечно, произведение искусства. Я вам сейчас буквально 2 секунды покажу, как это выглядит. Это, конечно, нереальная красота. Всевозможные картины. Это такой прекрасный ресторан. VIP-зона, в котором мы находимся сейчас с моей мамочкой. Мама приехала ко мне в гости, я вас сейчас с ней познакомлю. Светлана Павловна ее зовут, вот она сидит у нас здесь и предвкушает знакомство с вами. Я ей предупредил о том, что мама, сегодня я тебя познакомлю со своими подписчиками. Познакомься, это Светлана Павловна. Помаши ручкой, это моя мамочка. Если вы успели заметить, мы очень похожи. Значит, у нас легкий столик такой, мы готовимся к выходу на сцену. Сегодня очень хорошее мероприятие. Это конкурс молодых талантов, детишек с дефектами какими-то физическими. Дети солнца, которые мечтают о сцене, мечтают о великом искусстве. И мы им сегодня тоже будем дарить свое творчество. Значит, проходит это все в этом прекрасном месте, в центре Москвы, на улице Пречистенко, дом 19. Если у кого-то появится желание посетить это место, великолепное место, от которого можно просто получить удовольствие, посмотрев здесь всевозможные картины и творчество этого великого скульптора. А я, в свою очередь, обязательно спою для вас пару песен, поздравлю детей и сниму для вас несколько минут репортажной такой съемочки, чтобы вам было интересно и порадовать ваш глаз. Обнимаю. Так, вот мы сейчас... А, нет, это не сюда. Вот это такая красота. Искусство Зураба Церетели. Мы находимся сейчас в выставочном зале, который я хочу вам показать. Есть, конечно, вещички, вообще с ума сойти. Очень обалденно. Такая красота. Ну, конечно, супер. Что там говорить? Произведение искусства, как говорится. Это такой как материал, не пойму, как легкое железо крашеное. Яблоко. Здравствуйте. Уже почти все собрались. Все уже через буквально 10 минут начнется мероприятие. Громадины совершенно. То, что сделал Зураб Церетели, это знает вся Москва. Потому что такие великие произведения искусства, как Петр I на Москве-реке, это все его рук дело. Вот такой музей великолепный, в котором мы сегодня будем выступать. Это вот детишки, таланты, дети. Это престиж страны и основной капитал общества. Фонд возрождения и надежды. Международная премия «Золотой шар».
руками. Здесь такая зона творческая. Я скажу, где детки показывают свои таланты. Да, можно мне голову? Голову. Молодцы какие, красота какая. Ух ты, это бабочка? Да. А что, не похоже? Мне кажется, так похоже. Похоже, конечно. Может быть, какой-нибудь сверчок? Да. Нет, сверчка крылышко только два. Подкрыл. Только два, да? Да. Привет. Молодцы. А что у парня? Покажите. Артем, покажи. Ух ты. Красота. Здорово. Молодцы. Вот так. Так, а здесь у нас что-то рисуют. Да, здесь они разукрашивают керамические планетки. Вот так. Бабочек и птичек. Ух ты. Красиво. Ничего, ничего, ничего. Молодцы. А вот какая бабочка. Саша, какую бабочку включить? А ну, Саша, покажи бабочку свою. Ух ты, какая бабочка. Молодец. Сам сделал? Конечно. Молодец. Сам разукрасил. С помощью мамы. Ну, он это не считает. Спасибо большое. Так, лежит. А где же это место? Ну, какой настоящий. Давай мы ее туда. Сердечко красивое. Хочу вас познакомить, дорогие подписчики, с Олесей Решенковой. Да, это Олеся Решенкова. Много лет мы знакомы, уже порядка 18 лет. И я хочу, кстати, сразу вспоминаю наш первый сольный концерт. Ты понимаешь, что в этом месте уже должен уже песок сыпаться. 18 да, лет. Да, но, да, это, 17 лет, да, 17 это, лет. Но я хочу сказать, мы прекрасно выглядим. Мы очень, правда, много лет знакомы. Особенно твои очки. Да. Они сегодня как никогда прекрасно делают. Да, да, да. Я могу... Да. Да, поэтому я просто в два слова скажу. Это Олеся Решенкова, это великолепная ведущая, которая работает и работала на телевидении, и работает на таких прекрасных концертах, на больших площадках. Она ведет мероприятия с Владимиром Березиным, со всеми мэтрами нашими, так скажем, телевизионными. Мы очень много лет знакомы. Олеся первая из ведущих, которая меня объявляла, когда я приехал в Москву в 2000 году. И на гастроли вместе ездили, да. Я вспоминаю, в Ригу. Ты помнишь Ригу? Я помню Таллин, Ригу. Этот великолепный наш концерт, у меня где-то есть даже видео. В общем, это Олеся Решенкова, поэтому ищите ее в интернете, в YouTube. Это мои подписчики в YouTube. Официально. А, всем привет, большой, да. Июньский привет. Да, поэтому мы рады сегодня. Как, скажи, как правильно сформулировать, как, что сегодня за мероприятие? Чему оно сегодня посвященный Дню защиты детей, безусловно. Вчера же только 1 июня был. Да. Но детки наши сегодня будут очень необычно выступать. Детки с ограниченными возможностями и много-много деток из многодетных семей. Вот. Семьи по 10-12 детей. Все я правильно говорю, что это конкурс? Вот, то есть это творческий конкурс. Это уже конкурс. Победитель у нас сегодня. А, это уже победитель. Поэтому для нас это очень почетно. Олеся будет вести сегодня мероприятие, а я буду петь. Да. Спасибо тебе. Ира, я пошел готовиться. Давай. Спасибо. Ура! Обнимаю. А это наша взыскательная публика. Улыбнитесь. Какие руки. Чуть попозже я выступлю, обязательно дам вам возможность насладиться моим творчеством, моим искусством. А пока... Спасибо, дорогие уважаемые гости.
возможность приехать сюда, чтобы вот поприветствовать моих любимых и замечательных способных талантливых детей. Они этого стоят, и спасибо вам большое, что вы делаете для нас невозможные иногда, а их жизнь делаете праздником, потому что ваши подарки очень дорого стоят. Спасибо вам большое. Правильно называется? Плетение из резиночек. Плетение из резиночек, да? Да. А вы сестрички, да? Нет, нет. Подружки? Да. Хорошо. Ну, молодцы, девчонки. Творческих успехов вам. Спасибо. Пожалуйста. Если честно, я вспоминаю эти великолепные годы с 2000 года. Я еще тогда работал в дуэтном составе, дуэт «Два Юрия», и мы постоянно выступали в этой галерее. Здесь были огромные банкеты, большие мероприятия, пышные. Вот, поэтому я Зураба Церетели знаком с ним не понаслышке. И поскольку нас очень любил тогда Юрий Михайлович Лужков, он был мэром города, и благодаря, конечно, Юрию Михайловичу я стал москвичом. Ну вот, собственно, я такую легкую вам экскурсию по возможности постарался сделать.
по основному залу уже началось мероприятие, начался наш концерт. Я все-таки хочу, чтобы два слова вам, ну, как-то пообщались мы с моей мамой, чтобы я вас познакомил, потому что я знаю, что вам интересна и личная моя жизнь. Вот мамочка периодически живет у меня в Москве, а так она живет в Краснодарском крае, в городе Армавире. У меня там живет дочка, папа. Твоя дочка, я имею в виду. Моя, ну, не моя дочка, а моя сестра. Ее дочка. Вот, поэтому, мама, скажи мне, как тебе Москва? Нормальная Москва, любимая. Поздоровайся, во-первых. Здравствуйте. Это Светлана Павловна. Светлана Павловна у нас всю жизнь работала в торговле. Она была директором Армавирского центрального магазина. Да, мамочка? Да. Вот. Так что это, скажи, ты следишь за комментариями моих подписчиков? Я очень слежу за всем, очень радуюсь за сына, что он у меня такой молодец. Молодец. Все прекрасно. Я довольна и сама счастлива. Ну, так подписывайся тоже. Ну. На сына-то. Она везде подписана, в Одноклассниках, где ей интересно, Одноклассники. А в Ютубе она никак не может зарегистрироваться, потому что ей, ну что ей там, вы... Но она читает каждый комментарий, собственно, как и я. Поэтому... Все слежу. Так. Да, все очень нравится. Спасибо вам большое, подписчики Юрочкины. Да. Вот так. Что вы уделяете столько внимания, мама говорит. Ей очень приятно. Ура! Отлично! Готовы? Мы готовы на 100%. Мы тоже готовы, отлично. Нашу концертную программу продолжает выступление замечательного певца, замечательного тенора. Говорю не просто потому, что, как вот сегодня Дима апеллирует к сценарию, так получилось, что мы знакомы с исполнителем следующим, как вот посчитали за кулисами, уже порядка аж 18 лет. И это вот от себя могу сказать, по-настоящему талантливый человек, по-настоящему сочный, звучный тенор, при этом очень ранимое и настоящее человеческое доброе сердце. На сцене солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. Простите. Уважаемая публика! Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали. Ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Thank you.
Спасибо. Я хочу пожелать вам огромного счастья, здоровья и больших творческих успехов. Вы настоящие победители. Браво вам! Молодцы! Ура! Присутствующим россиянам. Я хочу сказать огромное спасибо Ирине Викторовне за то, что она нас всех сегодня здесь собрала. Это великолепно, это прекрасно. А деткам творческих успехов и всего самого наилучшего. Спасибо! Россия вас не слышно! Быстрое время ловит мгновение жизни земной. Русские тени, Пушкин, Есенин, Чехов, Толстой. Первопроходцы душой осветили землю отцов, а полководцы ее защитили от грозных врагов. Всех! Будем стараться, мир не погуби, злобная дрожь. Русских боятся, русских не любят, все это ложь. Нам иностранцы, да русские танцы смело идут. Коль интересней, ведь русские песни, они их поют. Русский характер характер. Все! Это не мир.
вечно готов биться за правду и за любовь. Русский характер знает весь мир. Русский характер — это не мир. Русский характер Спасибо за аплодисменты, друзья. Спасибо вам огромное за такой теплый прием. Спасибо, что у вас так сияли глаза. Потому что вы настоящий русский характер. Спасибо! Я вас люблю. С праздником вас! Побед вам, побед и еще раз побед. А я рядом. Спасибо! Юрий Кононов. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу вас сейчас познакомить с президентом фонда «Возрождение и надежда». Это Богачева Ирина Викторовна. То есть тот человек, главный человек, который собрал нас здесь всех в этом прекрасном музее Зураба Церетели. Я хочу вас с ней познакомить. Вот она рядом здесь, пожалуйста. Это мои подписчики, люди в Ютубе, которые смотрят все ролики, все мои достижения, выступления, которые я делаю в творчестве своем. Поэтому я безумно счастлив вас с ними познакомить. Если хотите, пару слов и пожеланий о нашем фонде, о котором сегодня я снял. И обязательно выйдет репортаж на моем официальном канале Юрий Кононов, где это будет все будет показано. Прекрасные детки и их работы. Я все, кстати, заснял. Поэтому, пожалуйста. Юрочка, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли на наш праздник и подарили нашим детям необыкновенное высокое творчество. У вас прекрасный голос, и мои детки, вы сами видели, как реагировали на его звучание. Я надеюсь, что вы станете добрым другом нашего фонда и моих детей. Конечно, с удовольствием. Я очень рад с вами познакомиться. Хочу вот вам немножко поснимать. Это все, это великое, высокое искусство, чтобы вы насладились. Это все можно купить. Спасибо вам большое. Какая энергетика. Правда? Да, вот это очень важно. Привет, солнышко. Как тебя зовут? Вика. А меня Юрочка. Очень приятно познакомиться, Викочка. Ты тоже у нас творческий человек, да? А что ты делаешь? Рисую. Ты рисуешь? А что ты рисуешь? Картины? Молодец. То есть ты будешь художницей? Думаю, солнышко. Она хочет петь на сцене. Да? Да, и когда мы молодец, видим таких Викочка. Зажигательных певцов, хочется петь на сцене больше и больше. Спасибо, мне очень приятно. Можно я вас поцелую? Очень, очень приятно слышать такие слова, правда. Я искренне старался, потому что, ну, дети, дети – это сама искренность. Поэтому... Но я думаю, что вы сами по себе энергетически наполненный человек, да, позитив. Да, потому что я люблю просто свою профессию, люблю то, что я делаю, и для меня это, можно сказать, главное в жизни, поэтому это все абсолютно чистого сердца. Это чувствуется, нельзя. Спасибо. Низко. Спасибо, спасибо вам большое, мне очень приятно, спасибо. Удачи вам, вам тоже взаимно, до свидания. Вот так, друзья, приятно, когда такие слова говорят люди, незнакомые абсолютно люди. Я стараюсь петь именно такие песни, проникновенные именно песни о всех нас. Это гражданская тематика, это семейные ценности, это те песни, которые, может быть, будет как
пример и пособие для воспитания молодых родителей, для воспитания своего поколения, будущих детишек, которые обязаны просто стать хорошими и талантливыми, и хорошими людьми. Вот, собственно, цель моя как исполнителя. Легкий анонс сообщу. Впереди предстоят некоторые выступления в Кремлевском дворце съездов. Потом будут еще один сюрприз, связанный со спортом, с видом спорта лошадей. Это будут скачки. У меня будет тоже некое выступление. Но все в перспективе. Обязательно я буду вас держать в курсе всех своих событий, концертов и, так скажем, своей жизни творческой. А я думаю, что маме сегодня очень понравилось, да, мамочка? Понравилось, скажи. Очень понравилось. Очень понравилось. Спасибо большое. Очень понравилось. Пока. Обнимаю.